Этот бумажный шаблончик я даже разрезать не буду. Вырезала, вдвойне была газета, двойной лист. И так удобнее мне, потому что две надо рукавички, правая и левая. Тряпочку, надо хбшечку, чтобы она не плавилась от высоких температур, потому что буду горячее хватать этими рукавичками. И вот у меня кусочек был от половой тряпки, которая продается в экспрессе. Я вот ее купила, она там большой размер был. Шила я два коврика в стиле пэтчворк, тоже в туалет и ванну. Прокладывала вот этой мягонькой тканью. И у меня остался обрезок от этой половой тряпки. Так как ее мало, а я хочу две рукавички шить, я сейчас вот у меня вот такой кусочек, я вот из него вырежу вот сюда кусочек, из этого кусочка сюда и сюда. И просто крупными стежками, чтобы держалось, это пристегну. Тут будет несколько слоев таких тканей, которые устойчивы к горячим температурам, там типа хбшечек, все вот такие я уже отобрала такие ткани. И потом прострочу. Этот пальчик я так приметаю. Из этого лоскутка я еще сейчас вот здесь подложу. Так вот попримеряю и сделаю составные. Вот обрезки всего лишь такие остались на выброс. И все заготовочки я сшила. Ну, тут не важно, что так неаккуратно. Главное, чтобы держалось. Это все вовнутрь идет. И вот такие две тряпочки от старых шортиков. Они даже шовчики вот тут я вырезала. Их хватает по ширине. Сейчас снова заготовку одну. И вот вторая вырежу. Тут тоже шовчик идет. Достала такие у меня булавочки. Приколола, чтобы никуда не съезжала. И сейчас по трафарету, поэтому вырежу такую рукавичку. И вот из этой тряпочки вырежу только в другую сторону. Вот так. Две заготовки вырежу. Сейчас это у меня другой этап. Ножницы я тоже достала. Вот они у меня очень острые. Вот у меня получилась такая одна часть рукавички. А тут вот еще сколотая. Сейчас я ниточки обрежу, где нужно узелки завяжу и подровняю края. Вот видите, тут где чего торчит. Сделаю это все более аккуратно. И вот прострочу эту часть. Вот сейчас у меня такие заготовки. Эти уже полностью сшиты. Вот одна, вот вторая. Они уже все прошиты. Я их прострочила. А эта вот сторона, она будет вот так вот на это место у меня. И вот тут я по трафарету, по которому вырезаю все заготовки. Вот газета. Трафарет сделан у меня. Я приколола и вырезала верхнюю часть, на которую буду разноцветные лоскутки сейчас пришивать, прикладывать. Вот у меня две такие вырезаны заготовочки. Так, сейчас я их рассоединю. Вот они. И вот тряпочек уже мало. И вот мне даже пришлось идти на хитрость. Я вот тут не хватило по размеру. Пришила просто крупными стежками дополнительные кусочки. И вырезала вот такие две заготовки. Вот, друзья, эти ткани, которые, можно сказать, без синтетики. Не плавятся от горячего.
Друзья, продолжаю шить прихватки. И вот смотрите, на чем я остановилась. Крутила, вертела и так, и сяк. И не нравятся мне лоскутки по цвету. Не гармонично все это. Прикладывала, но не лежит душа. И решила из такой вот ткани. Она, смотрите, такая серо-голубая. И эта сторона такая же серо-голубая. И я пришила... Она пестренькая, тут не видно, что у меня кусочки маленькие. Не видно, что составные, ну вот с этой стороны. Видите, вот тут кусочек и тут кусочек. И та другая прихваточка, рукавичка, там тоже так же из нескольких я сложила кусочков. И вот считаю, что вот такая рукавичка по цвету вообще очень гармонично будет смотреться. Сейчас я это все вот сюда еще пришью. От толстовки у меня тоже изнанку. Так, тут я уже сложила, видите, вот две штучки. Вот, от толстовки она такая, как баечка. Сюда вот с этой стороны это вовнутрь рукавички пойдет. Сошью вместе, соберу и вам покажу конечный результат. В этот раз не стала использовать эту технику лоскутную крызи, но все равно у меня, видите, из остатков, из маленьких лоскутков изделия, из бросового материала. Тут, видите, даже я вам рассказывала, что половая тряпка новая купленная, кусочек остался от нее, я использовала. Заготовки я сделала. Это вот уже готовая рукавичка. Вот эту я сколола. Это внутри ее будет. Уже сколола эти две половинки. А эту я еще не до конца. Сейчас я ее тоже сколю. А это изнанка рукавички. Ее нужно будет сшить вот так и вывернуть. Но не знаю, очень толстое получается изделие. Тут много слоев ткани. И не знаю, как у меня машину, я боюсь испортить. Я настройки стараюсь не трогаю тут, как вот шьет обычно такое, не очень толстое, все так и шьет. Я, скорее всего, эти заготовки буду вручную сшивать мелким шовчиком аккуратным. Все равно это все будет выворачиваться. И за одним вручную обметаю. У меня оверлока нет. Нужно тесемочкой обработать край и сделать петельку, чтобы вешать было за что цеплять на кухне. Чтобы они не так валялись где-то там, а висели аккуратно на вешалке, на крючочке. Вот эту рукавичку я уже обметала вручную. Края, вот они. У меня нет оверлока. Ручная обметка вот идет. Это изнанка варежки. Сейчас вторую еще обмечу. Тут немножко осталось вот это только край. Обшить надо, выверну. Обошью вот тут рантики. Такие, ну, чтобы сделать петельку. И рукавичка будет готова. И сейчас еще в процессе шью и придумала, наверное, сделаю на этих рукавичках аппликации. Такие самые простые из лоскутков, чтобы они были повеселее, рукавички смотрелись, эти перехваточки сделаю. Плохо иголка лезет, края очень толстые. Из-за этого вручную обметываю. Можно бы было что-то на машине изобразить, но очень толсто. Боюсь поломать машину. Так обошью не спеша. Все равно этот вручную обметанный край, он будет внутри. Его не видно будет. Пусть... Так, эта рукавичка полностью все я обшила с двух сторон.
Это сейчас доделаю. Вот я дошила две прихваточки, рукавички. Но смотрю, они слишком простые такие получились. И я решила здесь вот из тоже из лоскутков сделаю аппликацию. Такую простую. И когда пришью, покажу. Мне кажется, с аппликацией будут они выглядеть наряднее, симпатичнее. Я взяла кусочек картона. Вот он. И вот по такой кружке обрисовала ручкой вот такой круг. Сейчас буду вырезать его. У меня аппликация будет из такого цвета. И вот сейчас я вырежу круг из картона и буду по этому трафарету вырезать 3 круга. А вернее 6, потому что мне по 3 круга надо на каждую рукавичку 3 цветов. 2 красных, таких вот бело-серых, 2 круга и таких 2. Вырезала по такому вот трафарету вот такие круги. Не знаю, какой узор лучше. Или так, или так. Сейчас мужа, пожалуй, спрошу, хочу, что он скажет мне. Вот такие у меня будут конечные эти круги. Я сейчас вот по этой пробке сделаю настолько меньше, чем вот эти заготовки. Тоже вырежу картоночку и буду дальше делать. Не знаю, какой вариант лучше, симпатичнее. Не, простой, конечно, эта аппликация супер простая. Иначе ее не назовешь. Но просто все изделие немножко как бы и освежить, веселее сделать. А то прихваточки уж очень простые в этот раз у меня получились. Из, можно сказать, из цельного куска ткани. Тут не цельные, они собранные лоскутки, но просто как бы из одной ткани не так как-то празднично смотрится. Сейчас пойду спрошу мужа, что он одобрит, какой вариант. Одобрил вот этот вариант, сказал, этот ему больше нравится. Такой и буду делать, не буду ничего больше гадать, изобретать. Такую аппликацию пришью на эти рукавички прихват. Вот эти я уже полностью сделала, а это еще не сделанные. Вот сначала вырезала кружок большой и вырезала вот эти кружочки по тому диаметру, по большому. Потом этот кружочек уменьшила из кордоночки, вырезала вот поменьше, вот такой. И сейчас делаю эти кружочки. Тут вот у меня иголка с ниткой, вот таким образом, вот так вот, примерно прикидываю, на каком расстоянии, и вот так по краю на мелкие стежки собираю эти кружочки, вот так вот, не крупные стежки делаю. Сейчас по кругу пройду, сделаю эти стежки в круговую. Вот я собрала все на ниточку. И вот этот кружочек обратно кладу. Вот так вот. И за эту ниточку затягиваю. Вот смотрите, он как делается. Стягивается. Вот так вот все собрала. Утюг горячий. Так. И вот такой у меня кружочек очередной получился. Так вот посильнее отутюжу это все, чтобы не разгибались. Теперь ниточку отрежу. Ничем ее не нужно закреплять. И достаю.
еще одна заготовка для аппликации сделана. Сейчас еще раз без картонки ее вот так пропарю, хорошо отутюжу. И вот что у меня получилось. Вот она. И вот такая. Это у меня будет для этой рукавички. Вот так. Эти еще не сделаны. А эти для этой рукавички уже сделаны все они. Следующий этап будет, когда вот эти два круга сделаю так. Отпарю, все сделаю. Подберу три цвета ниток. Темный, белый такой вот и красный. И по цвету ткани буду пришивать эти круги аккуратненько, чтобы все было смотрелось красиво. И покажу вам конечный результат моей работы очередной в стиле пэтчворка. Как-то так у нас получится. Сейчас на равные расстояния смеряю, чтобы все было хорошо, аккуратно, и пришью. И это у меня будет конечный результат. Все, прихваточки готовы. Я пришила их. Аппликацию прихваточки сшила, аппликацию пришила. О, какие! Сейчас буду пользоваться старую, выкину. У меня одна рукавичка была. Ну, в общем, она пришла, можно сказать, в негодность. И я сшила две, потому что иногда что-то горячее достаешь, приходится одну рукавичку одела, а второй рукой там прихваткой обычной или полотенцем чем-то хватаешь. А тут у меня будут... Так, о, вот они у меня. Вот. Ага, красота. Красота. Меня они устраивают, толстенькие, хорошенькие, удобные.
теперь буду ими пользоваться. Все, друзья, на этом видео заканчиваю. Всем пока, до новых встреч. Кстати, вот как. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Пока.